Привет, друг, с вами Дима Дерек Скул. Сегодня будет просто топовая тренировка, как обычно, лютых элементов, просто мы по-другому не умеем. А самое интересное то, что я вам сейчас скоро расскажу. Но прежде, знаете что? Я тут подумал, а почему я рекламирую все, что угодно, кроме себя? Да не, на самом деле, знаете, что хотел вам сказать? Во-первых, плейлист битами Дима Дерек Скул, который многие спрашивают и не понимают, а где же он находится? Я вам сейчас покажу, где это находится. Раз. И более того, мы возобновили работу группы Дима Дерек Скул ВКонтакте, а соответственно, вы сможете там чекать какую-то информацию, также музыка будет, также какие-то... Короче, много всего интересного ждет вас там, а скоро там еще появятся и товары конкретно от нас, что мне кажется вполне круто. Ну и давайте напоследок подкрепим, что у нас есть Инстаграм, который кишит контентом, и там просто, ну вот реально разрывные постоянно и сторис, и посты. Так что залетаем, везде подписываемся, максимальный актив, и теперь начинаем. Ай! Ой, сразу капец, блин. Нифига, вовремя включил. Главное, Даню сними. Капец, я тут Даню хотел вначале снять. Да, я скажу ему, что у меня там. Ой, хорош. Что делать? Гошан, что такое, зачем? Ну-ка, Даня, давай, мы вот с Даней планировали начать. Гошан тут влез со своими мощными элементами. Мы сидим на жопе. Сидим на жопе у него. Даня? Да. Я этого не говорил. В общем, сегодня у нас тренировка таким самотеком пойдет, то есть каждый тренирует то, что в принципе сам считает нужным. Нифига себе, Мэтмен залетел. Серга, давай, это даже Серга, чего уж говорить-то, поехали, давай, Серега. Хорош, хорош, хорош. Семеру халявную от Серга, ну это прям хороший залет. Паха Рили ушел в ММА или мне гонят? А у него просто времени не хватало на съемки ходить. А, на тренировки? И это тоже. Ну, короче, понятно. В общем, Паха в теории в ММА, на практике, мне кажется, а так тоже. Он тренит еще. Окей, но он на ММА ходит в этот, на секцию? Да. Ну, вот все понятно. Так, короче, Пахи больше не ждите. Опа, полетели, полетели. Да, о, нифига, нифига, Мэтмен нарядный. Да. Короче, этот бит вы найдете в ВК у меня в плейлисте. Поехали. Так чисто, но он это я делает понял. На удивление. Ой, ну это прям, это уже стайл Дани. Мэтмен на фоне, как всегда, тащит. А, и чё? И чё это ясно? Да, Мэтмен залетел. Это что за проходка была, мы все видели. Она само. Ага. Само. Сумо. Ай-яй-яй-яй-яй, Саня! Бам! Данич, давай, давай, дай, только без трех уже, давай без трех! Оп! Гоша, да отпусти ты эту руку уже, отпусти! У тебя все нормально идет, ты просто задерживаешь сам себя! Еще бы. Плейлист Дима Дерек Скул. Пам! 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 Пока у Сокола натяжка, но ничего, сейчас будем добивать. Давай под семеру как раз! Че ты как-то больно? Вроде два мата, а больно. Капец, Гошан такой кабан, а делай, смотри. Я просто сейчас сбоку обратил внимание, поехали. Погнали. Давай прям вкручивай нормально. Крути! Да блин, вот оно же там уже на соплях. Ты делаешь с одной рукой. Даня, го. Ладно, сейчас глянем на Мэтмена. Может, что-то увидим. Пам, пам, пам.
Так, есть. И... Есть! Есть, хорош! Так, четкие полеты, четкие! Дальше. Хорош, хорош, хорош! Ну, оп! Как-то уже в какой-то стар пошел. Все! Гошан, минус палец, минус палец. Покажи свою травму сначала. Вот. Все сразу. И палец. Палец, говорит, болит вообще вот. Сильно. Гошана теперь смотрим. Гошан уже себе огромную ссадину на свою широкую спину всадил. Если у тебя там прям синяк. Прям вообще. Да я вообще, блин, я не чувствую ее. Ой, капец. Повлетали. Видали, какого Андрюха нам красоту сделал? Под магнезию. Просто вообще шедевральная штука. Скоро будем такой продавать. Поехали. Ну вот дать можно, можно. Надо только вымахнуть нормально. Лангыш. 3, 2, 1, го. Что я сегодня забыл? Вы чё? У вас карма, что ли, или что вот по вам бьет? Да-да-да, все нормально. Вот, Данич, давай, давай, давай! Да нет! Давай, давай, давай зарубимся. На чё? Шоколадку. А у меня банан лежит, давайте за да, банан. Да, за банан. Заруба Гошана против Даника. Давай, пошел, 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 пошел. Что ты сделаешь? Да можешь, у тебя-то вылет есть, давай. Памс и все, да, да, да. Опа, далее. Фига вылет. Дальше. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорош, хорош, нормально, пойдем. Зарядился. Ну да, Даня за бананы рвет, конечно, конечно. Русь за банан, давай. Так как перевести? Короче, Гошану объяснил его ошибку. Я надеюсь, что сейчас он соберется и сделает. Это раз. И там еще где-то Серга с Максом на подходе. Да, пошел. Короче, он неправильно заходил. О, и вот, да, да, да. Сразу нужно маленьком махе сделать. Мне типа в разнохват и дальше отдаем в семеру. О! Даня, Даня, у тебя одна попытка, давай, чтобы справиться. Одна попытка, Данила. Гошану просто ошибочку его сказал, все, он сразу допер. Даня, давай, у тебя все четко, поехали. Ой, хорош, хорош. Даня, малор, нифига, че не ожидал-то. Красавчик, красавчик. Вау. Тогда, тогда надо дальше рубиться. Гошан, короче, озвучь правила еще раз. Что надо сделать теперь вам, чтобы зарубиться? С отмаха. Перелет углом. Перелет углом. Взяться в накрест, разнохват. И в треху. То, что они с Сано рубились, надо сейчас между Даней и Гошаном. Знаешь, как у меня учительница? По истории называют. Ой, по химии. По химии называю. Придурочный. Или мелкий. Ясно. Капец. Сейчас мог, что ты, а? Да, погоди, дай Саня сейчас сделает, а потом я подстрахую, если надо будет. Давай, Саня, что ты делать будет Саня? Давайте смотрим. Я до нее докопался, потому что она буквально не выговаривает. Ну вот, только нас с высотой разобраться. 3, 2, 1, оп. Ай! Пока нет, пока нет. Мелкий.
Макс. Погнал, погнал. Оп! Хорош, хорош. Это моя пятюня просто. Мы такие сим для начала такие вот так. И все. Что ты там придумал? Я такой мощный придумал, сейчас ты увидишь. Давай. Сейчас, Саня, можно? Я тут мощный придумал очень. Что делаешь-то? Сейчас убью. Окей, секрет от Дани. Давайте. Ого себе! Тут что-то происходит. Так как я травмирован, у меня болит тут и тут. Я передаю читащерские бинты на целую тренировку Гошану. Гошан, не пойду. Спасибо, сынок. Качни сильнее. Ну вот. Давай, Гоша, 3-2 раз взлетай. Что-то какие-то у нас тут какой-то минус 5 начался. Ой, что происходит? Как так поздно? А, дальше. Ну давай. И оп, назад пошел. Вообще, Гоша не сразу поймет, наверное. В общем, сейчас маленькая перестройка для палм-дропа. Раз. И потом, я помню, Гошану намекал на одну связку. Опа! Ну все, Гошан, мне кажется, после такого падения можно взять и сделать, да? Там, пока через страх. Ты на брусьях так же сделал, да, на маленьких. Хорош, хорош. Гошан влетел, поехали, давай. Не, Гошан, надо прям настроиться. Прям настроиться, настроиться. Я очкую. Ай, чё ты так очкуешь? Ты ж сделал. Мелкий. Так, Гошан. Не, он прям не хочет. Да, есть момент такой, что что-то в голове там противоречие у Гошана. Биток. Ему, да, возможно, не хватает просто битка. На колени хотя бы сделай. Без так падает Гошан, но не делает. Так, палм-дроп на меньшее количество матов, чтобы более-менее поставить. Так. Есть. Без рук. Хорош. Хорош. Да, слушай. Хорош, прям нормально. Смотри. Максима, шикарно, шикарно. Дальше. Сейчас сильно вылетел. Отдохни. Мне кажется, знаешь, не хватало, да. А, это бита, Б, это кулака. Все, давай, кулак и полетели. Гоша! Давай, 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 давай. И вот, а нафига ты раскрылся-то? Я как бы, знаете, вот это все неспроста разгоняю, палм-дропы, весело, круто. Я цепляюсь за ту ситуацию, когда Макс сделал с луны перехват, так скажем, и в палм-дроп зашел. То есть, в принципе, это как Гошану реально, если он с палм-дропом нормально разберется, так и Максиму. Но тут как бы ситуация следующая. Ну, типа, Макс говорит, далеко отлетает. Поэтому его сейчас что-то налаживает. Попытки, попытки, еще раз попытки, и там глянем. Просто страшно. Сейчас настройся. Делать! Красавчик! Вон Угрюмыч пришел, давай быстро сделал для Угрюмыча, давай быстренько, ну-ка. Оп, давай, тащи, тащи, давай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Первую часть, а вторую уже где я поставлю. Гошан, ну все уже. Гошан, давай три попытки как бы и все. Так, первая попытка Гошана.
идет на лопатки. Даня, ну-ка отойди, Даня, отойди, тут надо настроиться Гошан. У него две попытки еще. Капец страшно. Ну у тебя две попытки, надо просто пристрелить. Блин, надо сделать, мне кажется. Капец, просто напишите в комментариях, было ли вам так же страшно, как Гошану сейчас. Мне кажется, да. Поехали, давай, Гошан, полет. Я только настроился. А знаете, что мне интересно? Со скольки тысяч подписчиков, ну или вообще подписчиков, вы подписались на нас? Полетели. Пока отвечаем, смотрим на последнюю попытку Гошана. Хорош! Нифига, что не ожидал. Я уже не надеялся, нифига себе удивил. Молодец. Алмазные пальцы от Степана. Смотрите, два указательных пальца. Кто повторит, Степан скидывает сотку. Ну или вы ему скидываете, окей? Хорош! Всю Гошан настроился, пошел рвать! Даня, что с тобой? Это моя тема. Короче, тема такая, смотри. То есть на Луну заходишь, почти в замок. Да, только по-любому Гошан вылетит нам выше, сто пудов. Было пам-дроп, слышишь? Камера, да? Памс. Да, нет, только надо выше. Даня, да ты что там делаешь? Успокойся, пошли на турник. Да он уже дураком занимается. Да. Нифига, что увидел. Встал, Диман. О, вообще отжался, нифига. Капец, у каждого своя тема, как будто разные планеты здесь вообще. И мы на планете Мэдмена. Я не могу чему-то. Он не хочет и закручивает. Ну чё, Гошан, давай, поехали. Твой черед. Оп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Капец очковый, я прям так понимаю, Есть, нормально, нормально. Не все потеряно. Я не видел, что я сейчас делал. А, отжался, видел. Вот, в таком положении. В таком осталось. Мэдмен уже отточил, но все равно вот именно в связке пока вот не так Алена идет, я скажу. Слушай, нифига, пробует. Уже есть, красава, Ой, хорош, красавчик. Молодец. Короче, Макс решил поставить это все дело до ног, чтобы это без рук встал, короче, как надо. И под биточек. Сейчас сделаем. Погнали. Хорош, красавчик, встал. Блин, офигенно. Молодец. В зале поставил. После гимнастики. А еще, я думаю, скоро это будет все дело на улице и будет топ. Да ты че падаешь? Ты сделал уже, Гоша. С Гошаном, короче, его подстрекаем на королевский вылет. Я не знаю, насколько смелости ухватить, честно. Королевский вылет от Гошана. Гошан, давай, не подведи. Вся страна смотрит на тебя. Поехали. На самом деле, конечно, это надо аккуратно. Здесь у нас хороший слой матов. И Гошан набирает скорость, чтобы взять и сделать. О, вот это вылет, конечно. Бам. Ну, что-то появляется. Хорош, красавчик, молодец. Офигеть, пошел. Давай, давай, тащи. Собрался. Переносимся сюда в зал. Здесь не так привычно. Здесь тяжелее, я вам даже скажу. И делай. Пошел. Давай. Нормально, нормально. Вот надо вкрутить только хорошо. Ай. Вот, вот эта площадь здесь вообще очень мало места, я вам так скажу. Если в теории, а если в практике, ну, может, метров 5-6 для разгона. Рандат, задка, ну-ка давай. 3, 2, 1.
Бам. Нифига нормально. Блин, я бы тебя, конечно, подстрёк на винт, но ты, типа, я понимаю. Ну, просто рандат задку сможешь, если разбежаться. Максон сделал, с затягом причем сделал. Рандат что? Задку, в задку. Давай. Вот иди. А, ну у тебя как-то это, без инерции. У него это как? Жестко, жестко. Да. Ну и так как мы завершаем уже всю эту нашу историю, давай попробуешь, опять же, в этих же габаритах рандат фляг, да. Трикинг от Медлина. Бам. Бам. Прям в бортик сразу вошел. Тут Серго еще параллельно, вам так скажу, винтос пробует, что-то уже все зарядился, у него все горит, он хочет сделать. Давай, Серега, ну-ка раскачивайся, поехали. Сейчас посмотрим, может что-то еще выйдет здесь дополнительно. Давай. Вкручивай, Серега. Нифига хорош! Серго Малор! Малор! Так. И... Бам! Серго, винт затащил! Если вам залетает такая ламповая тренировка в нашем зале, где мы вкачиваем мощные элементы, обязательно напишите об этом в комментариях, сделайте лайки. Вот просто в прошлом видосе вы просто порвали актив в том плане, что написали, что вам нравится кому-то в гимнастике, кому-то на улице, кому-то в нашем зале. Вы все это расписали, вы красавчики. Не забываем про группу ВК, про Инстаграм, про биты. А с вами был Дима Тягер Скул. Всем прогресса. Пока.